демон хорошего шума для их соперников. Команда Черемити. Ну что же, друзья, вам предстоит, я надеюсь, хороший матч. Нам, зрителям, предстоит хорошее зрелище. Приветствие команд и покажите классную борьбу за бронзовые медали. Стартовые пятерки остаются на паркете, и мы готовы начинать. Стартовое вбрасывание выигрывает снежные птицы. Денис Сивакон страшно разгонялся в атаку. Здорово подбирает Барси, но Горбатюк выигрывает второй подбор. Термиты разгоняются в контратаку. Нина Шостак могла сейчас получить хорошую передачу, но не обработала ее. Горбатюк в проходе не точен. Горбатюк, Сивакон здорово вцепился за мяч. Разгоняются снежные Барси в контратаку. Максим Шантилов, 2 очка, открывает счет в этом матче. Ну что, друзья, я думаю, что это будет хороший, классный по накалу матч. Наша задача с вами поддержать ребят, что есть силы. Это последний матч сезона, друзья. Ребята в этом сезоне больше не сыграют. И решается судьба медалей. Передача. Горбатюк. Пас под кольцо закидывает. Вот так. Не забивай. Забирай. Вон классный. Обыгрывай. Мощная передача вперед. На перехвате работает Никита Горбатюк. Здорово. В контратаку разгоняется Термиты. Еще 2 очка забивает Максим Шантилов. Не точен Никита Горбатюк. Пробежечка. Продолжает атаку Термиты. И Никита Горбатюк открывает счет этого матча для своей команды. Хороший проход, осталось только забить. Тайм-аут, уважаемые друзья, берет команда «Снежные Барси». Пауза.
Никита, ты не сбрасывай! Нина Шостак, 2 очка. Нина, снимо! Никита, закрой! Заходи! Шантилов. Грей, грей, грей! Ай, молодец! Сам! Давай, 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 давай! Симушина Софья имела хорошую попытку забить, и фол фиксирует судья. Никита Горбатюк, 2 штрафных броска. Не точен Никита первым броском, второй бросок, мяч в игре. Мяч кольца не коснулся, владение переходит к команде «Снежные парсы». Разгоняется Нина Шостак. Фол фиксирует судья. Продолжается владение. Шостак Нина не забивает. Симушина Софья тоже неточный бросок. Подбор. Борьба за подбор. И все-таки Термита забирает. Но снова неточный бросок. Очень плотно играет сейчас в нападении Термита. И надо пошире. Супер густо. Все почти игроки находятся в 3-секундной зоне сейчас у снежных барсов. Надо отсекать. Шостак перехватывает, здорово разгоняется Нина в атаку, Горбатюк. В отрыве была Симушина Софья и заждалась она уже, когда дойдет у нее передача и забивает 2 очка. Браво, Софья Симушина. Перехватывает Горбатюк снова. Никита Горбатюк, 2 очка. Хороший проход. Помогай, Никита. Шортичи! Мяч. Играть. Судья является частью площадки. Мяч не ушел в аут. Денис Иваконь. Неточный бросок. Подбор за Шантиловым. Да что ж такое-то? Не забивают снежные парсы. Симушина Софья! 2 очка. Не точен Сивакон, Денис сам же подбирает, и пора бы забивать уже флоутером бросочек, неточный. Термиты забирают подбор, разгоняется в контратаку Симушина Софья.
Остановилась. Бросок по супер высокой траектории. Мимо. Сивакон забирает под бур. И все-таки Сивакон с мячом остается. Разгоняется в атаку. Шостак. Нина перехватывает. Борьба за мяч. За линией оказалась Нина Шостак. Замена в команде Термиты. Нельзя. Рано меняться еще. Чего вы все идете? Играйте вы в защите, ребята. Играйте быстрее. Хорошая передача. Неточный бросок. Шантилов на подборе. Башет. Максим, что ж такое? Ну вот с фолом сейчас отвешивал Корзников Богдан блокшот, но это да, это фол. Григорий пробьет два штрафных броска. Григорий Бочагов, два штрафных. Друзья, давайте поддержим Гришу, надо забивать. И в целом давайте пошумим командам немножечко. Погоним свои команды вперед. Если вы пришли поддержать своих ребят, то самое время начинать. Это последний матч сезона, друзья. Борьба за бронзовые медали Лиги WS. Команда «Снежные барсы», да, новичок дивизиона. В прошлом году их не было в финале. Богдан Корзников разгоняется в атаку и продолжится владение «Снежных барсов». Че, че, Ваня, давай, давай, собирай мяч! Помогай! Сивакон не точен, подбор остается за командой. Барсы продолжают атаковать, и все-таки не засчитан мяч, пробежка была раньше. Отлично разогнался Сивакон в контратаку и забивает два очка. Денис Сивакон. Фол фиксирует судья. Два броска пробьет Григорий. Точен Григорий Бочагов. Сам же делает подбор Григорий. Снова Богдан Корзников раздает блокшоты. Григорий Бочагов. Еще два очка. Молодец. Ну что же, времени все меньше и меньше в первой четверти. 27 секунд до конца. Горбатюк на подборе. И сразу же в атаку разгоняется Никита немедля. Сам бросает, сам подбирает. И сам же забивает два очка. Никита Горбатюк. 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончилось, уважаемые друзья. Ну что же, команда отправляется на перерыв. 15-8. Неплохое начало для термитов. У нас пауза.
Шосток Нина с мячом. Григорий. Мочегов не точен со средней. Подбрасывается за командой. За командой термиты. Григорий Бочегов. Идет сегодня игра у него. Хорош, Гриша. Помогай, помогай, помогай. Гриша! Не теряй, как... Денис Сиваконь. Тоже не дремлет. Денис. Молодец. Шандилов разгоняется в быструю атаку. Горбатюк выходит постраховать. Неточный бросочек. Пас бросается за термитами. Смотри, Никит! Кому пас, Кать! Блокшотище от Богдана. Раздает он мухобоечки налево и направо. Катя, не получается бросок, но получается передача на Никиту Горбатюка. И Никита не реализовал момент, хотя один на один с кольцом сейчас оставался. Нина Шосток с мячом. Блокшотище от Шантилова. Часто Нина получает, надо бы немножко похитрее. Пробежку допускает Нина Шосток. Богдан Корстников забивает 2 очка в проходе. Ну что ж, друзья, есть ощущение, что во второй четверти немножко по-другому настроены снежные парсы. Поувереннее начали играть, и в целом реализация стала лучше. Блокшотище еще очередной. Богдан Корстников отвешивает. Не знаю, все ли попадает в статистику у Богдана, но тем не менее стоит отметить, что Богдан Корстников, наверное, лучший блокшотер этого финала 4. Но Нина Шостаков осталась абсолютно одна. Никто ее не контролировал и забивает 2 очка. Нина, молодец. Это нарушение правила зоны. Конечно же, Нина зашагнула на свою половину. Вернулась, так сказать. Замена. Нет, не будет уже. Все-таки, да, судья успевает забрать мяч. И замена в команде термиты. Горбатюк, передача на Нину. Нина со средней мажет. Подбор будет за командой «Снежные барсы».
Замена в команде «Снежные барсы». Машка, умничка, давай. Серый, Сергей Витальевич. Замена в команде «Термиты». Выходи, Софья. Симушина Софья с мячом, ищет варианты для атаки. Перехватывает Богдан Корзиков и убегать можно. Один на один с кольцом. Горбатюк уже догонял, но не забивает Богдан. Шостак. Плохая передача получилась. Шантилов едва ли не потерял мяч. Корзиков, Богдан разгоняется снова в быструю атаку. Но Горбатюк сумел остановить. Мажет Софья Симушина, подбор остается за ней же, пробежку допускает Софья, мяч переходит команде «Снежные барсы». Отличная передача, Никита Горбатюк, 2 очка. Хорошо. Не прошла передача от Шантилова, но мяч остался у команды «Барсы». Давай к своим сразу. Перед собой, Нина, сейчас забежит игрок. Ваня, забирай. Смотрим, чьи меняются. Столику подходите. Ау. Продолжаем, друзья. Продолжаем. Барсы, ваш мяч. Смотрите, 5 секунд останется. Судья вам отдал мяч. Нужно быстрее выбрасывать в игру. Вводить мяч, иначе сейчас прекратится владение. Горбатюк перехватил. Спорный мяч фиксирует судья. Играет команда «Барсы». Никита Горбатюк. Проигрывают подбор сейчас «Барсы». Надо сейчас проявить характер, найти в себе силы. И побороться, по крайней мере, за подбор под своим щитом. Нужно всегда бороться. Без вариантов. Шантилов Максим дает передачу, не проходит. Горбатюк перехватывает. Никто не мешает. 1-1 с кольцом. Горбатюк Никита. 2 очка. Приносит своей команде. Сивакон Денис разгоняется в атаку. Кто играет? На замену Термит. Нету замены.
ты что ли? Ребята, они Никита Карпатюк перехватил и снова забивает 2 очка. Григорий Бочаков получает персональное замечание. 2 штрафных броска пробьет Денис Иваконь. Владение команды «Термиты» не забивает Денис. Остается минута до конца первой половины матча. Симушина Софья не забивает. Забивает со второй попытки Софья Симушина. Молодец. Заступают за линию барцы. Мяч переходит к команде «Термиты». Горбатюк, Никита, входит. Никто абсолютно не мешает. Неужели парсы сдаются в матче за 3-е место, друзья? Ни в коем случае нельзя этого допустить. Нужно бороться до конца, всегда есть шансы. Ну алло, в смысле, молодец. Горбатюк не точен. Денис Иваконь разгоняется в контратаку. Шантилов на подборе. Так держать. Надо бежать, надо бороться. Гордей, ты сбрасывай. Хороший проход. Симушина подбирает. 8 секунд до конца. Пробежку фиксирует судья. 7,3 остается до конца первой половины матча. Шантилов разгоняется. 5, 4, 3, 2, 1. Успевает выбросить Максим Шантилов, но не точен при броске. Ну что же, уважаемые друзья, закончилась первая половина матча. 31-14. Пауза, перерыв. For someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
Играет команда «Термиты». Поехали! Не нашел, так мажет. Блок шутище снова от Богдана. Что творит Богдан? Еще, еще, все, Дина! Займу, займу! Никита Горбачук в проходе забивает 2 очка. Своим рядышком, рядышком, Семен, ножки согни, смотри, заходит. Семен, руку! Перехват, забирай! Разгоняется в атаку снежной партии. Бросок не получается. Подбороться за термитами. Не нашелся. Так уже в отрыве ждет передачу. И с пробежкой начинает движение. Наш строгий судья все видит. Все фиксирует. Судья. Денис Сиваконь. Хорошие 2 шага, но вот опять не хватает этого лишнего удара. Нужен еще один удар Денису, всегда причем. Не хватает одного удара, чтобы подойти поближе к кольцу. Горбатюк, Никита со средней, не точно. Подбор остается за командой «Термиты». Смотри, Нину! Подбор! Прыгай! И все-таки забивают «Термиты». Никита Горбатюк продолжает набирать очки. Шантилов Максим. Хороший проход. Максим Шантилов. Где был раньше? Вот так нужно почаще проходить. Есть у Макса хороший проход. Сложный бросочек. Поспешный. Барс разгоняется в атаку. Хорошая передача и 2 очка. Давай, 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 догоняй, Семен! Ярослав Кох забил двушечку. Перехватывает Горбатюк, разгоняется в контратаку. Никита Горбатюк. Ну что же, термиты уже почувствовали вкус этой приближающейся победы. Рвутся, они играют легко, играют, бегут вперед. Навстречу к своим бронзовым медалям, а по снежным барсам нужно пока что переворачивать игру. Действительно, время на это есть. Сиваконь Денис, да и возможности имеются у барсов. Нужно немножко просто включиться и не давать так просто убегать в отрывы термитам. Шостак Нина, сложный бросочек, Кох на подборе. И 2 очка Ярослав Кох забивает. Давай, 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 Кать. Ярослав Кох получает персональное замечание. Блестящий блокшот еще. Выдает Шантилов. Снял, прям так снял. Сиваконь. Со средней поливает Денис. Шантилов на подборе. Денис Сиваконь. Здорово в проходе. Ну, забивает Денис. Нужно. Горбатюк. Нужна скидка. Нашел скидку. Нина Шостак. Яй-яй, надо забивать такие моменты. Ярослав Кох. И Горбатюк. Никита, 2 очка. Максим Шантилов сам подбирает, сам промазал, к сожалению. Нина Шостак, 2 очка. Да, разыгрались термиты, и вот чувствуется легкость в их игре.
почувствовали они, что могут обыгрывать спокойно, немножко подуспокоились, перестали нервничать, получили преимущество в плане очков и легко играют. Горбатюк. Ярослав Кох слишком сильно, но куда шаг высоко. Замена будет в команде Термиты. Еще раз играют барсы. Замена будет в команде «Снежные барсы». Ах, не то, чем Богдан Корсиков забивать. Ревал, уходит мяч. Остановись, ручки возьми. Давай к своим сразу. Помогай, помогай. Семен, догнать. Ярослав, ручку. Не то, чем Денис Сиваконь. Ярослав Кох на подборе, упустил мяч. Шантилов со средней может сейчас забивать. Сиваконь забирает подбор. Денис Сиваконь наконец-то начал попадать. Так, держать Денис. В ауте оказался, точнее наоборот, с площадки выбросил игрок команды Термиты. Мяч у барсов. Замена будет в команде Термиты. Фол получает Горбатюк, продолжит атаку «Снежные барсы». Максим Шантилов с подбора забивает 2 очка. Горбатюк в проходе, не точен. Пробежку допустил Никита Горбатюк, по всей видимости, и мяч переходит команде «Снежные барсы». Наш. Уйдите из трешки. За трешку уйди, Соня. Еще, Семен, забирай. И все-таки Горбатюк с подбора. Никита забивает 2 очка. 26 очков у Никиты в этом матче уже. Колоссальный результат. А это еще третья четверть. Не закончилась. Семен один на один с кольцом. Никто не мешает. Но лишний шаг делает Семен Тарабаев. И судья прерывает его атаку. Максим Шантилов не точен с отклонением, разгоняется в контратаку Никита Горбатюк, и 2 очка забивает Никита Горбатюк. Перехватывает Симушина Софья. Забивать надо такие моменты. Не бегут уже в защиту барсы, к сожалению. Подписали,
Вот мяча, уйдите. Оставь мяч, Саша, Никита. Или Ваня, Ваня, пусть Ваня сбросит. Шире встаньте! Отличный блокшот от Корзикова. Шагов не было. Ничего страшного, шагов не было, пробежка была. Шагов наверняка, да? Обгони счет, обгони! Сиваконь не точен. И снова пробежку фиксирует судья. Софья Симушина, нужно забивать, неточный бросочек, Богдан Корзиков на подборе, разгоняется в контратаку Богдан. Ну что же, очень вовремя понадобился снежным барсам тайм-аут, будет пауза, друзья. До конца третьей четверти осталось 10 секунд, и прямо вот в нужный момент берут тайм-аут снежные барсы, пауза. Секунд до конца третьей четверти владения снежных барсов. Ну что ж, посмотрим, что они придумали за эту минутную паузу. Денис Сиваконь, хороший проход, здорово, остался только забить. Шантилов на подборе не точен. 3, 2, 1, успевает Богдан Корников, но время заканчивается и не точен оказался Богдан. 51-20, впереди команда Термиты в борьбе за третье место, лидируют ребята в розово-черной форме. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you really, really want. I'll tell you what I want, what I I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. Make me feel the same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. В самом разгаре. Четвертая четверть. Передача. Бросок со среди неточный. Подбор. Максим Шантилов неточен. Здрасте.
Мажутся, Мужина мажут все игроки команды. Термиты сейчас. Но вот он доходит мяч в нужные руки. И два очка забивает Екатерина Гребнева. Здорово идет Катя. Катя Гребнева включается в четвертой четверти. Дважды подряд забивает по два очка. Горбачук снимает подбор и... Два очка забивает Никита. Здорово, перехватывает Нина Шостак, разгоняется в контратаку. Нина! Блокшот еще снова. Богдан Корзников отвешивает свою мухобоечку. Ну что ж, если бы в баскетболе очки набирались путем постановки блокшотов, то снежные барсы, наверное, бы лидировали бы вообще во всей лиге. Столько блокшотов ставят только снежные барсы. Денис Сывакон, хороший проход. Горбатюк подбирает и снова разгоняется в атаку. Команда термиты. Бросок с дальней дистанции. Шостак на подборе. Шантилов на перехвате здорово поработал, стал сохранить мяч, но все-таки да, барсы будут владеть мячом. Нина Шостак пыталась перехватить. Обгоняем, обгоняем. Проталкивают мяч термиты все-таки вперед. Симушина Софья. Остановка с пробежкой, фиксирует судья, и владение переходит к команде «Барсы». Сивакон не точен в проходе, и тут же Горбатюк... По той же траектории пытается делать проход, но скидывает на Нину Шостак, сам же подбирает. Еще скидка дает возможность Нине заработать очки. И все-таки с подбора забивается два очка. Никита. 32 очка Горбатюк. Это солидный результат в матче за третье место. Катерина разгоняется. И снова Никита Горбатюк продолжает набирать очки. 34 очко в этом матче. Имеет все шансы набрать 40 очков. Горбатюк на перехвате. Не мешает ему никто. Говорит, да, пожалуйста, Никита, набирайте очки. К сожалению, не хватает у барсов сил вернуться в защиту. Шантилов Максим, и Горбатюк снова перехватывает, будет передача. Хороший пас на Софью, но Софья не смогла обработать этот мяч. Замена, вот только сейчас будет замена в команде «Снежные барсы». Можно замену? По шесть
Шесть человек на площадке барсов, друзья, проводим замену до конца. Снежные барсы, нужно до конца провести замену. Максим Шантилов, но может же он, может, и Сивагонь может, и Богдан может, все могут снежные барсы, но не хватило то ли сил, то ли опыта, все-таки первый раз ребята попали в финал четырех лиги ДПЛС. Корзиков в проходе, не точен, Шантилов на подборе с отклонением, тоже мажет, снова борьба за мяч. Не точен Богдан Корзиков, подбор остается за командой «Снежные барсы». Ну забивай же, нужно из-под кольца-то, никто не мешал. Григорий Бочаков 1-1 с кольцом и тоже умудрился промазать Шантилов. 1-1 с кольцом, самое главное совладать со своей скоростью, точен Максим Шантилов. Замена будет в команде «Снежные барсы». Сам, Ваня, сам. Иван идет в проход, можно мало забивать. Шантилов Максим с валом забивает, плюс пробьет один штрафной бросок. Точен Максим Шантилов, все остаются ждать. А чего ждать-то, друзья? Один же бросок был всего. Максим, остановитесь, пожалуйста. Один бросок всего. Термиты, ваш мяч, играйте. Да вы чего? В смысле? Ну, стоп. Термиты играют. Да, забил Максим Шантилов, 2, забил еще штрафной, 3 очка в одной атаке принес своей команде. Молодец. Гриша, попросил, догоняй. Ваня, сбрось. Шире встаньте, Гордей, открыться. Кому пас? Обгоняй. Максим Шантилов, 2 очка.
Проснулся Максим, но слишком, как мне кажется, поздно. Последние две минуты матча мы наблюдаем сейчас. Григорий Бочагов проходит. Точен Григорий Бочагов. Замена. Замена в команде «Снежные барсы». Можно замену и в термитах провести. Можно. В последние две минуты матча можно проводить замену после забитого мяча. Время останавливается. Ну что же, продолжаем, друзья. Ярослав Кох забивает 2 очка. Денис Иваконев в проходе не точен. Кох Ярослав посылает передачу в отрыв. Григорий Бочагов. И Кох сам же успевает еще на подбор прибыть, но тоже мажет. Последние секунды. 3, 2, 1. Время закончилось, уважаемые друзья. Ну что же, со счетом 67-29 бронзовыми призерами Лиги ДБЛС Прокопьевска становится команда «Термиты». Аплодисменты.